Всем привет, друзья, и сегодня я вам покажу топ-5 самых интересных и крутых модов. Поехали! Так, друзья, ну что ж, этот мод добавляет 3 лазера, да, друзья? Ну, естественно, я взял только 2. Третий как-то было делать долго, потому что, как бы, это очень, друзья, долго их делать. Ну, зато их не крафт доступен на выживание, да. Хоть что-то прикольное, да, друзья? Смотрите, это ионный лазер, короче. Смотрите, что он делает. Короче, чтобы стрельнуть, надо, друзья, вот сесть. Садимся, и вот, смотрите, лазер, и пау, все взрывается там. Это такой ионный лазер. Так, где здесь все какой-то красный? А, это, друзья, терминальный лазер. Также стреляет. И вот там огонь. Вон, видите, огонь распылился. Так, давайте еще сюда стрельнем. И вот... Вот так прикольно мы стреляем. То можем вот огнем разжигать или все взрывать. Также, друзья, есть шахтерский лазер. Да, он, короче, там умеет рыть, типа, своим залпом, как бы. Вот видите, мы огнем, а он там залпом будет все рыть. Они делаются, друзья, не так уж сложно. Ну, по моему мнению, это сложновато, да, друзья. Ну что ж, переходим ко второму моду. Так, друзья, ну что ж, этот мод добавляет мобов, да, друзья? А каких мобов там? К каждому биому свой моб. Но это не простой моб, это какое-то существо, даже я так могу сказать. Монстр, короче. Сейчас я, друзья, возьму, например, 3-4 монстров и вам покажу. Так, друзья, ну вот, я взял 4, значит, моба. Смотрите, вот первый, это для пустыни, кажись, моб. Так, смотрите, вот такой дракончик, значит. Также каждого дракона можно приручить. А приручить я не знаю, друзья, как. Да, там надо уже в описании читать. Вот, смотрите, какие красные глаза вообще. Ясерица какая-то. Так, ладно, друзья, вот это лесной какой-то моб. Да, друзья, смотрите, какой-то волк. Смотрите, у него там 4 хвоста, кажись. И каждый, короче, друзья, моб, которого вы приручите, он будет вам давать эффект, там, засисять вас. Ну, как бы так, да, друзья. Это для, так, тундры там. Это, смотрите, какой-то тоже пес какой-то снежный, ледяной. Смотрите, друзья, глаза тоже какие-то ледяные. Ладно, и вот какой-то еще тут есть. Так. Это, кажется, для ада, что ли, или для какого-то еще одного биома, я не знаю, друзья. Но вот это вообще, наверное, похоже на какого-то японского дракона, да, друзья. Вот такие, друзья, значит, мобы добавляются, и где-то так. Мобов 8, что ли, 7, ну, для каждого биома. О, кстати, друзья, смотрите, здесь гриб вырос. Ну-ка, а если... ну, может, друзья, вот этот дракон из грибного, что ли, мира или как? Я, друзья, не знаю. Надо искать, короче, друзья, на выживание. Или же можно просто зайти в инвентарь и взять мобов. Ну ладно, друзья, переходим к третьему суперинтересному моду. Этот мод на существ фэнтези. Он супер крутой, друзья. Просто офигеть, какой прикольный он. Видите, он добавляет столько монстров всяких. Ну ладно, я сейчас, наверное, достану ей сколько там. Допустим, 6. И вы это все сами увидите. Так, друзья, ну вот, я взял, короче, 6 яиц спавна. Так, ну что ж. Это метавольф, что ли? Вот он очень, друзья, прикольный. Смотрите. Так, смотрите, он сначала волк, а когда день наступил, то он, видите, в обратного человека превратился. Днем он человек, ночью он, смотрите, друзья, этот волк. Это просто, друзья, чудесный мод. Так, ладно, друзья, это вампир хинт. Черт, да ну нафиг, наверное, ладно. Поставим, да. Так, а, фух, я уж испугался. Смотрите, друзья, это значит охотник на вампиров. Вон, видите, там кол держит. Так, что у него здесь? Так, в бочке. Так, ну, у него здесь ничего интересного нет. Но смотрите, друзья, когда мы ставим моба, то он, смотрите, сам ставит свой лагерь там, ну, обустраивается. Это, знаете, как прикольно, друзья. Так, ой, я здесь кое-что здесь чуть поломал. Ладно, друзья, смотрите. А это Минотавр. Вот это, можно сказать, босс.
Ты что делаешь? Смотрите, друзья, он там топором размахивается. Странный. Вон, что-то он опять начал там с ума сходить. Ну ладно. Так, это уже какой-то человекоподобная лошадь. Как-то так. Ну ладно. Так, это эльф, друзья. Смотрите, друзья, он тоже здесь домик. Как бы домик сделал. Но у меня некоторые постройки как бы не прогружаются, ведь у меня такой слабоватый телефон. Еще ветер наступает. Ну, вообще замечательно. У меня, знаете, две вот три постройки не могут прогрузиться. Это целый лагерь вампиров, граф Дракула, короче. И вот эльфа, и там еще какого-то существа. Так, и вот еще. Юникорн какой-то. Юникорн. А, это какая-то... Это единорог. Давай, поскакали. Поскакали, лошадь. Единорог. О, все. Все, друзья. Теперь я им владею. Да, я же тобой владею. Все, друзья, вот теперь у меня завелся новый друг. Это единорожка вот такое. Эх, ладно, друзья, давайте я, значит, вам покажу следующий, четвертый мод. Так, друзья, а этот мод на Майно Апокалипсис. Да, друзья. Сейчас я вам покажу. Значит, первое самое прикольное, то, что вот зомби вот просто не горят на солнце. Это... Топово, да, это очень топово. Также можно создавать, друзья, всякие оружия. Так, сейчас сначала давайте вот это все забросим, значит. И давайте я вам, значит, покажу. Там можно, значит, создать, друзья, сейчас. Так, что вам создать? Показать-то. Так, ладно, давайте, друзья, значит, начнем вот с этого. Так, вот ломик, друзья, можно создать. Можно также создать вот железную дубинку. Так, также что еще можно создать? Так. Возможно, можно еще, друзья. Но я вам просто примерно показываю то, что можно. Так, дальше, друзья, давайте я, значит, вам покажу вот так. Вот так разместим. Вот, это бинты, друзья. Так, 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 еще, кажется, что-то помню. Фух, чуть не забыл, друзья. Вот так делаем. И вот так вот. Можно простую деревянную дубинку, друзья. Так, давайте вот это все сюда, сюда. Так, друзья, дальше давайте я вам покажу, все можно воды типа сделать сейчас. Вот, бутылку с водой можно также сделать. Так, 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 дальше еще вам хочу показать, друзья, вот дубинку берем, знаете, и еще решетку. И вот, друзья, делаем вот такую, типа, колючую дубинку, знаете, как прикольный такой мод. Так, давайте я, значит, воды хочу. Так, где здесь вода? Вот. Пьем, пьем, пьем. А, все, свежесть-то. Так, смотрите, друзья, даже бинты, вот если так, типа, наложить, то у нас вот регенерация на 15 секунд идет. Так, давайте, значит, ломиком кого-нибудь. О, его дюкнем, короче, друзья. Так, так, иди сюда. Иди сюда, на тебе, на. Так, с трех ударов, друзья, офигеть, я с него что выпало вообще? Так, где здесь? Так, 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 это консерва, кажись. Так, что он нам дает? Ничего, но есть, зато можно. Офигеть, друзья, я даже об этом не знал, то, что с них что-то выпадает. Естественно, я знал, да, наверное. Так, ну ладно, вот так, так, с двух ударов тебя убил. Окей, ну-ка, так, зомби, 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 выходи. Я хочу тебя убить. Так, зомби, я тебя нашел, все, не прячься. Так, сейчас, друзья, убьем его. Так, со скольки? Раз, два, три. С трех ударов, офигеть. Так, и здесь бинты, вода и консерва, естественно. Ну, вот такой, друзья, прикольный на вот этот апокалипсис Майнкрафт, точнее, как там, Майно Апокалипсис, точно, друзья, вот это очень прикольный тоже мод. Скачивайте, пользуйтесь. Придумывайте игры с этим модом. Это просто зашибенный. Да, друзья, ну ладно, давайте перейдем к пятому моду. Так, друзья, ну это последний крутой мод на зомби апокалипсис. Да, друзья. Это просто зашибенный крутой мод. Вы, наверное, заметили, у меня же новые кнопки. Вон, новый здесь вот в инвентаре это все появилось. Это офигеть, как круто. Так, друзья, давайте даже зайдем вот сюда, смотрите. Ну, здесь, конечно, ничего не поменялось. Но смотрите, друзья, здесь добавили пару зомби. Они очень прикольные. Здесь также есть люди. Ладно, давайте я, значит, возьму. Так, три зомби. Здесь вот это военные, друзья. А здесь люди. Всякие, конечно, бывают. И злые, и добрые.
Так, ну, двое человека взял и три вида зомбаков. Так, давайте возьмем, значит, первый. Вот, у них анимация смерти очень круто. Так, завали быстро. Смотри, друзья, они будут драться тех пор, пока что не убьют. Так, давай, вали, вали, вали. Зря, конечно, вас сюда поставил. Ладно, так уж и быть. Мне как бы без разницы, сейчас давайте. Так, вот этого сюда поставим. Так, зомби, давай. Сейчас, друзья, разберутся они с зомби. Смотрите, друзья. Смотрим внимательно. Давайте быстрее добивать его, смотрите. И все. Анимация прикольная, шикарная даже, друзья. Просто лежит и мертвый. Также, друзья, если будет, например, больше зомбарей, так давайте другого поставим. Вот, есть такой еще зомби. Вот, давай, зомби, 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 зомби. Еще раз зомби. О! Че, нет, нет, не убили? А. Как бы сейчас, друзья. Также можно и убить этого, как охотника. Смотрите, друзья, видите? Он превратился в зомби, этот охотник. И вот он, зомби весь зеленый. Вот, друзья, здесь, короче, большой цикл смертей, короче. Так, и вот такой есть утёный зомби. Это офигеть, он что, выше меня? Ты что, выше меня, что ли? Нет, мне кажется, друзья. Так, как вот так. Значит, вот такой есть человек. И как бы все, что ли? А, нет, там еще есть человек вот такой. Да, и вот такой же охотник, то же самое. Ну-ка, не видел, чтобы он тоже в зомби превращался. Давайте, 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 зомбари, зомбари. О, молодцы, смотрите, он тоже зомби. Да, друзья. А там же также в этот мод заходит еще три босса, или даже четыре, я не знаю. Но они очень прикольные, друзья. Это просто зашибенный тоже мод. Также добавляется сюда пару оружий, но я еще не знаю, как оружие добыть. Там, короче, друзья, надо читать все. В описании у мода, короче, скачивайте. Естественно, как всегда, ссылки на скачивание будут в описании. Да, друзья, скачивайте, пользуйтесь. Это просто шикарный мод на зомби. Как и до этого был. Там, короче, в том моде, в четвертом моду, там много оружий. А в этом моду крутая анимация и много зомбарей, друзья. Всем пока, друзья. Не забывайте подписываться на меня, ну и также ставить свои лайки. Ну а сегодня я вам показал топ крутых, супер интересных модов. Скачивайте. Естественно, вот все эти моды будут в ссылке в описании. А, чё, зомбарь, хочешь скачивать? Тогда скачивай с удовольствием. Видите, даже зомби хочет скачивать, и то он весь мертвый. Надеюсь, вы не мертвецы, и вы успеете быстрее. Ладно, всем удачи, всем пока!